Полицейские опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице в Адлерском районе был задержан молодой человек. При личном досмотре 19-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили у него в кармане медицинскую маску. Кроме того, при обыске в квартире по месту жительства обнаружили его вещи – куртку и брюки, схожие с описанием одежды одного из нападавших. Молодой человек признался в совершении разбойного нападения, а также объяснил, что похищенные сотовые телефоны выбросил, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания, который грозит сочинцу, до 10 лет лишения свободы. Оперативники сейчас разыскивают второго участника преступления.